Когда в Украине уже жизнь станет хорошая, вы не знаете? В Украине? Вот на ваш взгляд. Я не, это вот не ясновидящий. Не, ну думаете ж вы конечно, над думаю. Жизнью? Вот обещают к Новому году. Улучшить, да? Конечно. Да. А вы не надеетесь? А я скептик. Я не доверяю. Я не доверяю, во-первых, тем, кто идет уже во власть, еще не во власти, а тех, кто идет во власть, потому что они уже не с наших рядов. Ну вот сосед сейчас нам подтвердит, когда будет мир? Жизнь когда улучшится? Вот молодой человек у меня спросил, когда улучшится? Вот сегодня никто была, не знает. Вот сегодня была передача хорошая. Ну вот, ну я так считаю, на мой взгляд, что очень много предателей, которые находятся в Верховной Раде. Ну конечно, вот недавно нас поймали помощника. Предают. Мы с пенсии, с заработка отчисляем на вооружение вооруженным силам. Они миллионы и драгоценности вывозят с Украины. Понятно. Ну, короче, не будет светлого будущего. Нет, светлое будущее будет. Но тогда неизвестно. Ну, может быть, это хорошего дня вам, хорошего настроения. Вам также. Все будет хорошо. Надейся и жди. Конечно, конечно. О, смотрите, говорят, жизнь плохая, ковры выкидаются. Не говорите. Да, раньше в очереди стояли, а вы говорите, разрушили. Сейчас выкидают вам. Вот, видите, так что все будет. Себя не повеселишь, скажите, не это, жизнь не повеселит, да? Оптимистом, вы оптимистом. Только по-другому нельзя. Вы все время жили оптимистом, да? Да, у меня два сына. Ага. И если я буду такой, знаете, извините меня, вяленькой, да, то какой я им пример подаю в жизни? Правильно, дай две Бог. Две внучки, два сына, так что жизнь прекрасная. Дай Бог вам здоровья, еще много лета вам. И вам также, взаимно. Всему вашему. Вы заставили меня улыбнуться. Ну, прекрасно, это здорово.